наряд полиции пришли. Скажи, ломали дверь. Стучат и ломали. Продажи. Ага. Вы не носите это? Да, нет,
Женщину избили! Газировка мужчине! Женщину его не избили! Вы, пожалуйста, выведете. Ничего не было. Потому что вы говорите, сломали мир. Успокойтесь все. Тихо. По одному. Что случилось? Я сотрудник. Тихо говорю вам еще раз. Вы можете по одному поговорить. Я сотрудник. Подождите. Я хочу сказать. Я понял. Вы отдельно, вы отдельно. Это да. Да. Мы сейчас вас выслушаем, выслушаем мы. Давайте только тихо, мирно, без криков, ну что, договорились? Пойдемте туда. Подожди. Нет, туда вы никуда не пойдете. Ничего. Можно туда? Не надо. Хорошо? Против Путина гадости пишет на стенах. Вы знаете, что они сегодня сделали? Давайте сейчас. Подождите. Можно? Встаньте, пожалуйста. Пожалуйста. А там они сбили, а потом не пришли. Сейчас все расскажете. Да. Ночами ходят пишут, как это бомжи. Бабушки, женщины. Конечно, да, от Путина. А сейчас. Человек вот. Снимай, снимай. Ну, запоминай. Мне тоже снимай, ничего. Не переживай, тебя сняли уже давно. Бабушка, ну что же вы так злитесь? Никто вам не это. Я журналист. Видите, я, наверное, фашист. Я журналист, я тут в гостях был. А смотрю, вот тут такое творится. Так я журналист. Конечно, я фотографирую. Журналист или нахуй? За 50 тысяч продается. Это что вы, это, за Путина или за Навального? Я ни за того, ни за другого. Вот это плохо, что вы ни за кого. Уже за кого-нибудь. Вы, главное, не переживайте, пожалуйста. Да что враги тут, враги. Вот этот враг первый, вон там второй. Вот тот везде, вот тот и что это. А расскажите, пожалуйста, а почему он враг? Потому что он фашист. Потому что за Навального, а Навальный предатель. Да. Судимый, он еще и судят, да. Судить его будут. А они уже за него, потому что он им хорошие деньги платит. А эти деньги идут с нашего брата. С нашего. Путин написал их фашистский продавец. Это всякий гадость. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. А где, за что Путина оскорбляют? Ага. Да Путин держит всю страну. А он уже Крым заранее говорит, что я Крым возьму. Все равно Крым наш будет. Наши строить, а он Крым возьмет. Это кто, Навальный нормальный? И вы поэтому сегодня вломились сюда? И пришли по-хорошему. Они подлости сделали нам. Подлости сделали. Зачем вы, пожалуйста, главное, не кричите, не нервничайте, не переживайте. Потому что я уже расстроилась, что такие фашисты у нас не еще есть на свете. Пожалуйста. Предатели. Ну, это угол бабушкиной красной. Весь меня его в синяках избили. Не говори. Это можно вот мордатый? Что вообще Навального? Делаемся, как мальская роза в рыках. Да, штаб Навального. Все равно остальное. Дверь открыты. Это что вы, не трусы? Если вы не трусы, вы бы дверь открыты держали. А то вы закрылись, как это бомжи. Подождите, пожалуйста. Извините, но вы же кричали, что их убьете, побьете. Да вот вы вообще такие вещи не говорили. Нет, а какие вещи вы говорили? Дверь откройте, мы хотим с вами по это. Но вы людей называли фашистами. Фашисты, когда они начали избить нас. Ну подождите, они себя фашистами не считают. Он избил. Вы есть, а вы что молодой человек, вы же меня первый раз в жизни видите. Откуда вы знаете, кто есть? Что вы фашист, так что... Да. Ну, без это ваше нас. Суждение, оно очень поверхностное. Поверьте на стенке, что написали. Разве можно видеть человека первый раз, навешать на него ярлыки? То есть любой, кто сюда заходит, фашист? Все тут избыли, все фашисты. А вы не фашист? Нет. А кто вы, если не секрет? Тоже
корреспондент. А можно вас попросить представиться? Вы же, наверное, гордитесь тем, что вы делаете. Нет, ваше право, но мне просто интересно. Вы, наверное, гордитесь. Меня зовут Канке Давид Николаевич. Мне скрывать. Канке Давид Николаевич, я вызвал полицию. Я журналист. Вы да. Все, давайте выйдем на улицу, с вами поговорим. Хорошо, да. Но мне просто интересно, вот этот человек сейчас меня фашистом назвал. Я хочу на него написать заявление. Пожалуйста, перепишите его. Сейчас приедет СУС, наберем группу. Сейчас будем находиться. Только, пожалуйста, перепишите его данные. Значит, еще раз, я вас очень прошу, мы никуда не идем. Этот человек меня оскорбил, я хочу подать на него заявление. Ты назвал меня фашистом. Ты назвал меня фашистом. Я первый раз в жизни тебя вижу. Ты первый раз меня видишь. Ты назвал меня фашистом. Будь любезен, отвечай за свои слова. Я ответил. Ты вломился в помещение. Я не вломился, я вошел. Ты вломился. Я вошел. У меня есть прямая трансляция и запись. Я на тебя напишу заявление, что ты... Молодой человек, не делай этого, что ты вломился в офис. Уважаемые сотрудники полиции, да, конечно. Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы человек не убежал. Никуда мы не убежали, мы нас не убили, враги Бога. Хорошо, оставайтесь. Вон синяя камень. Никуда мы не убили, враги Бога. Я не очень понимаю, почему вы боитесь представиться? Вы же считаете, что вы делаете достойное дело. Вы кто такой, что за... Покажи, покажи документы, да. Чтобы переписать твой адрес, где ты живешь, где проживаешь. Потом будем разговаривать по-другому. Бабушка, вы главное, пожалуйста, не переживайте. Да почему же ты так прилип до него, до дитя? Потому что он меня назвал фашистом, а да я против фашистов. Он тебя фашистом. Он назвал меня фашистом. Ты назвал меня фашистом? Ты сказал, что любой человек, который здесь находится, фашист. Да. Я не фашист. Я люблю Россию. Где мне находиться, я решаю сам. Я гражданин России, я патриот России. Мне не нравится, когда меня называют фашистом. Хорошо. Он сказал, что здесь находятся фашисты. Нельзя человека незнакомого называть фашистом, молодой человек. Не можем. Да, конечно. Запомните это, пожалуйста. Значит, они могут кричать, могут с вас нарисовать, а мы, значит, что? Вот они, трусы они. Ну, потому что они текушники, понимаете? Текушники хотели по-хорошему пройти и рассказать. Они закрылись, как ночные это, бомжи. Марина, давайте сейчас в этой ситуации буду разбираться я. Не разбирайтесь, я что-то против. Я понял. Сейчас опросим каждую сторону. Вас опросим. Сейчас я прошу, сейчас прокуратура приедет сюда. Сейчас, в данный момент, пожалуйста, все слушайтесь меня, что я говорю, никуда не расходимся, всех опросим и со всеми поговорим. Конечно. Даже всех, и вот тех всех людей опросите. Дальше, не надо сейчас заносить меня сюда на дверях с всеми там... Если я скажу, что ты тут на улице поступишь, поступите дальше, пожалуйста, на улице. Хорошо? Стоим? Нет, я понял. На улице. Не надо конфликтовать с другими. Каждый сейчас мыслит свою точку зрения, в дальнейшем дальше уже... Вот, ну давайте уже спрашивать, что мы за девушки плохо, что мы здесь? За ее бить! Что вы делаете? Бить, зараза проклятый! Ничего, он ответит за все! Конечно, мы это прокуратуру сейчас поделим. Но если мы уже расстроены, мы же не можем успокоиться. Это они вредители. Нет, мы не будем выходить на улицу. Сейчас кому на улице не выходить? Сейчас я понимаю, вы сейчас находитесь на частную собственность. И мы на улице не будем, мы не будем проходить. Полиция будет защищать их, а не нам. Девушка. Плохо ей. Сейчас ей скоро плохо, ей скоро надо будет. Я сейчас разговариваю с девушкой, не надо мне поперек говорить. Я вас попросил. Я вас попросил. Вы можете сейчас просто помолчать. Скажите, пожалуйста, почему вот этих всех людей пускают? Я не могу слушать. Сейчас, в данный момент, это их собственность. А почему все закончили? Да не пойму. А он является, он захочет, он пустит. Это их собственность. Давай, встань. Давайте. Не надо пустить голову, у него сотрясение, или что, пустили так.
Переживайте вы, пожалуйста, ну не нервничайте. Не переживайте, когда пожилых людей я так обижаю. Зачем вы обижаете так? Не надо пожилых людей обижать. Пожилых людей надо уважать. Не надо, что ты мне палец ничего не ломал. Я вам палец не ломал, извините. Вот, вот. Тогда давайте вы прокажете. Я вас пальцем все. Не трогал. Все, успокойся. Никого уважения нету. Особенно вот того мордатого. Как вот это? Вот тот, что с косою. Как он называется, господи, педофильчик, как они называют. Я не знаю, что она такое, но я еще и скажу, что... Сволочь, сейчас не могу выбиться, нахуй. Вот главное, не переживайте, пожалуйста. Все хорошо будет. Не нервничайте. Себя успокаивайте. Успокаивайте. Стоите, умничайте. Не нервничайте. Я тебя попрошу. Все хорошо, спасибо. Ваше дело молчать. Извините, пожалуйста. Я сам разберусь, что мое дело. Попросил помолчать. Не надо с кем уважаемый разговаривать. Уважаемый сотрудник полиции, пожалуйста, не повышайте голос. Я вас услышал. Я вас попросил. Хорошо. 10 ну, раз. Пожалуйста, не повышайте голос. Я... Услышали меня? Да, конечно. Все. Да.